Привет, друзья! С вами я, Дмитрий Фреско, кулинарный пропагандист. Что едят бедные студенты? Правильно, жареную картошку. Яичницу? И вы правы. Максимум белков, максимум жиров и максимум углеводов. Это то, что нужно молодому растущему организму, чтобы вынести все тяготы учебы и общественной жизни. Испанцы умудрились соединить два традиционных студенческих блюда в одно традиционное национальное. И как-то не догадались. И получилась тортилья де пататас. Что-то вроде лепешка из картошки. Хотя нет. Лепешка – это мексиканская тортилья. Лепешка из кукурузной муки. Это скорее картофельный омлет. Или омлет с картошкой. Звучит незамысловато, правда? Однако испанская тортилья не так проста, как кажется. Есть несколько нюансов, которые нужно учесть при приготовлении. Как это всегда бывает с суперпопулярными национальными блюдами, не обошлось без споров остроконечников и тупоконечников. Кровь и кишки. Как резать картошку? Кубиками или ломтиками? Класть или не класть лук? Некоторые испанцы считают, что в тортилье де пататас не должно его быть ни в коем случае. Они бьются с лучниками насмерть. Слышите? Я хоть и не столь категоричен, но тоже сделал свой выбор. Итак, нам понадобится картошка, яйца, лук, довольно много оливкового масла. Не пугайтесь, поменьше. Соль. И кроме прочей посуды, две сковородки. Одна попросторнее, другая покомпактнее. И лучше с антипригарным покрытием. Порежем картофель пластинками, примерно 3-4 мм. Нальем большую сковородку масла, примерно на сантиметр. Нагреем его. И выложим картофель и лук. Жар должен быть мягким, таким, чтобы масло чуть-чуть побулькивало, а картошка будто медленно варилась в масле. Накроем сковородку крышкой до готовности картошки. Следим за температурой. Не дай бог, картошка зарумянится, нас испанцы вместо тортильи съедят. В большую миску переколотим все яйца. Добавим соли и разболтаем. Картошка уже готова. Выложим ее на дуршлаг, чтобы стекло максимум масла. Тут торопиться не надо. Если в картошке будет избыток масла, то в омлете оно всплывет все наверх. И при переворачивании омлета этим маслом можно залить все вокруг. Смешиваем яйца и готовый картофель. Это, кстати, еще один повод для священной войны. Одни считают, что нужно картошку в яйца класть, другие настаивают, что яйца в картошку. Я же думаю, голову не надо никому морочить и делать как удобнее. На результат не повлияет. Внимание, наступает самый ответственный этап. Разогреваем на огне сковородку размером поменьше. Ее габариты нужно подобрать так, чтобы наша тортилья в ней была высотой 4-5 сантиметров. И лучше выбирать с антипригарным покрытием. Почему, увидите чуть попозже. Нальем пару столовых ложек оливкового масла. Можно взять то, в котором готовился картофель, но я предпочитаю нерафинированное оливковое. Оно ароматное. Сильно нагреваем и выливаем яично-картофельную смесь и ждем, когда она схватится. Убавляем огонь, прикрываем, ждем, чтобы и верх тортильи немного схватился. Периодически проверяем, как там наша тортилья. Когда низ уже схватился, огонь убавляем до ниже среднего. Вот так. И аккуратненько лопаточкой отодвигаем ее от стенок. Тогда масло, которое шло наверх, между тортильей и стенками, будет уходить вниз. И вот таким легким движением потряхиваем, сдергиваем ее с одной сковородки. Вот для чего нужно антипригарное покрытие. Проверяем еще раз. Так, ну похоже, верх тортильи тоже схватился. Накрываем. Молимся всем богам, в которых верим. Ой, великий Скафье, пусть у меня все получится. И переворачиваем. Yes! Ой, ви! Хотя она же испанская. Значит, си! Тортилья осталась на тарелке. Если бы я не дождался ее затвердевания, то сейчас бы ролик можно было заканчивать и начинать отмывать кухню. Возвращаю ее на сковородку. Возвращаем ей идеальную форму и даем время подрумяниться. Вот тут еще один момент, когда вы можете сделать свой выбор. Некоторые любят тортилью поплотнее и посуше. Тогда ее нужно подержать на огне подольше. Кто бы мог подумать. Так, я же предпочитаю
помягче. Поэтому накрываю ее тарелкой и переворачиваю. И вот она, вкусная, аутентичная испанская тортилья. Есть ее можно и холодной, если останется. Хотя что я глупости говорю? Чего там у студентов может остаться? Но если все-таки останется, то тоже неплохо. А в горячем виде она имеет очень нежную консистенцию. Отличное сочетание воздушности омлета и нажористости картошки. Гораздо мягче гранита науки. Вот и все на сегодня. Понравилось? Пальцы вверх. Подписывайтесь. Да вы знаете все. Спасибо, что вы со мной. Активнее пропагандируйте вкусное и разнообразное питание. В следующий раз готовим чахакбили. До встречи!